Ой, полна-полна коробушка есть, и ситцы, и парча. Пожалей, душа, зазнобушка молодецкого плеча. Коробейники, эй, ухнем, утес, калинка. В каждое произведение заслуженная артистка России Людмила Дюдяева вкладывает всю душу. Чтобы не растерять зерно, говорит солистка, нужно грамотно распределять энергию. Лично у меня иногда помолчать. Иногда поберегу и эмоции свои, за кулисами или там тут, пока перерывчик, помолчу, аккумулирую, собираю. Тут уже, когда или репетиция, тут отдаешь на 150-170%, чтобы на сцене получилось на 100%. Фестиваль государственных академических хоровых и танцевальных коллективов «Танцуй и пой, моя Россия» впервые возрожден после 40 лет молчания. На сцене Кремлевского дворца выступят 9 коллективов со всей страны. Самарцы в количестве 53 человек представят 5 своих лучших произведений. У нас сейчас позиция четкая, что независимо от размера площадки, от ее значимости, мы работаем, выкладываемся на все 100. Поэтому для нас это не столь важно. И я думаю, был бы это сольный концерт в Кремле, о котором вы говорите, именно планка, мы бы работали с тем же азартом и усердием, независимо, где бы мы, например, в ДК, в каком-то маленьком городишке. Примечательно, что 2017 год для Волжского народного хора юбилейный. Коллективу исполняется 65 лет. На их выступлениях выросло не одно поколение самарцев. Все эти годы артисты не изменяют своему уникальному стилю и поддерживают народные традиции. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.